У восточного побережья Тайваня произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались на всей территории острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр зафиксировали в 22 километрах от города Хуалянь. За землетрясением последовали авторшоки магнитудой 4,1 и 5,5. Есть пострадавшие. В результате землетрясения разрушено несколько зданий, повреждены мосты, тротуары и дорожное покрытие. Из-за обрушения отеля в городе Хуалянь оказались заблокированными 29 человек. На место разрушений в помощь направлены военнослужащие для проведения поисково-спасательных операций. Ранее, 4 февраля 2018 года, зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,1 и еще несколько с магнитудой 5 баллов. Во времена глобальных климатических изменений невозможно ручаться ни за одну пядь земли. В любой момент каждый из нас может оказаться как климатическим беженцем, так и принимающей стороной. Самое важное, вне зависимости от обстоятельств, оставаться человеком, ведь только объединение человечества на духовно-нравственной основе, взаимопомощь и поддержка может спасти цивилизацию от последствий учащающихся климатических бедствий. Все на самом деле просто. Если сегодня каждый будет готов помочь любому человеку бескорыстно, от чистого сердца, то это означает, что для нас не страшны любые катаклизмы. Давайте уважать и любить друг друга, уважаемые зрители. Если вы хотите узнать подробнее о климатических изменениях на планете и путях выхода, ознакомьтесь с докладом группы ученых АЛЛАТРА САЙНС о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.